Как завершилась золотая осень для Ингушетии? Итоги главного агрофорума подвели на совещании в региональном Минсельхозе. Напомним, форум проходил в Москве с 4 по 7 октября и собрал представителей сельхозпредпринимателей и предприятий не только из разных уголков страны, но и зарубежья. Порядка 49 семинаров, совещаний, круглых столов. Значит, очень актуальный вопрос там рассматривается, начиная, значит, с растениеводства, по животноводству, мелиорация, семеноводство, одним словом, все, что связано с сельским хозяйством. Там у нас были все эти вопросы рассмотрены, были дополнительно, значит, даны, ну, как справочные, информационно, какие субсидии, какие, значит, там, поддержка государства нам будет оказана в этих направлениях. Одним словом, наша делегация в этом плане плодотворно проработала. То, что касается, значит, основы там, и министр там выступил, Ткачев. В этом году в России, в стране, так и беда, отмечается рекордное урожай. Со времен СССР даже не было такого, чтобы мы получали, значит, такие результаты. Из Москвы ингушская делегация привезла несколько наград, гран-при, две золотые и одну серебряную медаль. Около 30 ингушских производителей удостоились также почетных грамот. Продукцию, представленную на стенде Ингушетии, оценили и почетные гости форума, премьер Дмитрий Медведев, также руководство Минсельхоза России. У нас были иностранные, с катарской делегация была, с ними тоже, они нас пригласили в Катар, вот мы сейчас приехали, будем согласовывать там, и делегацию выедем к ним весной на выставку их Ингушской республики. Производители Ингушетии будут в Катаре выставляться. Популярностью пользуется черемша наша, популярностью пользуется вода наша, очень большой популярность. А то, что касается, это я выделил как бренд, а то, что касается продукции, у нас там за эти годы сложилось своя аудитория, которая приходит из года в год, приходят узнаваемые люди, они нас узнают, мы их узнаем.